Авария с автобусом и грузовиком произошла на трассе М9 Балтия в Подмосковье, 4 человека погибли. Водитель четырехосного самосвала при движении по шоссе отвлекся от дороги, чтобы протереть боковое зеркало и совершил столкновение с автобусами ПАС, двигавшимися в составе колонны в сторону Москвы. Известно, что в автобусах находились военнослужащие, которые возвращались с учений по вождению из Нахабино в войсковую часть. В результате ДТП 4 человека погибли, еще свыше 40 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. На месте автокатастрофы работали экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа, ведется проверка. На несколько часов движение по шоссе было заблокировано. Сегодня Красногорский городской суд Подмосковья принял решение отправить под арест водителя грузовика, врезавшегося в колонну автобусов с военными. Ему предъявили обвинение в нарушении правил эксплуатации транспортных средств. Ух ты ж, нормально так.